Это горилла! Егор! Это он оставил? О нет, он меня схватил, Егор! Отпусти нас! Здорово, ребятки! Здорово, ребятки! Вы на канале Игрозавр. И сегодня с Егором мы продолжаем играть в Кирби. Егор, у нас здесь, смотри, мы оказались в каком-то здании. Вот послушайте меня, ребят. Говори. Какой-то у нас монстр появился новый. Я не знаю, что это за монстр. Но он не то, что появился, просто там были такие царапины от его, скажем так, когтей, да? Да, какой-то монстр. В начале раунда мы видели, и скорее всего мы подозреваем, что здесь у нас будет какой-то злой, наверное, глава. Ого! Вау, там куча целых бананов. Пойдем посмотрим, что давай там. Я возьму. Вау, слушай, сколько бананов, вот это да. А мне? Так ты уже вон, 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 бананчик, иди бери, бери, бери. Отлично. И вообще вон очень много за бананов. Да. Слушай, а давай здесь посмотрим, какой что у нас здесь есть. Засал? Куда идем? Ой, я что-то выплюнул. А что я выплюнул? Не знаю. Это мою, мою, мою. Ой, я хочу взять ледяной. Так, я буду ледяным. А меч хочешь? Меч? Да, в принципе, не особо. А я хочу меч. О, пойдем туда, смотри, там у нас какой-то коридорчик. Идем, пошли. Мне очень страшно. Посмотрим, что у нас там. Да не бойся, я же с тобой рядом. Поехали. О, Егор, я догадываюсь, кто наш будет теперь противный главарь. Вот этот... Это горилла! Егор! Это он оставил? О нет, он меня схватил, Егор! Отпусти нас! Так, надо выбираться, Кирби, давай! Это наш главарь, горилла! О, у него наши друзья, Гаримондо. Так, ну что... Давайте его будем пытаться заморозить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Собираем звездочки. На, получай. А как же ж его заморозить-то? О, нет-нет-нет-нет. Только не по нам, пожалуйста, не бросай по нам. Получается, смотри, нам нужно просто его пытаться замораживать. И... Ага, нужно его замораживать и нужно... Уворачиваться от его ударов, ты видел? Да. Смотри, что он делает, он бросается по нам в грязь. Вот это он проказник. Ай, тихо. Так, 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 так. Давай, давай его, Егор, давай, давай, давай. Его надо победить, я ему сейчас ногу заморозил. Смотри, ему ногу заморозил. Ай, тихо, тихо. Ай-яй-яй, он все-таки по мне, он меня задел. А-а-а, смотри, взрывная волна получается. Егорка, ты его атакуешь? Да, конечно. Осторожно, взрывная волна. Видишь, что она делает? Она по нам... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Звездочки! Забирай, забирай, забирай. Мы у него уже треть жизни забрали. Осталось чуть-чуть, Егор. Ай! Пачки, тебе мало жизни, у меня вообще больше. Не-не, жизни пока хватает, Егор. Все нормально. Нужно его победить, нужно его одолеть. На-н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 а
Прыгай, 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 когда он топнет. Прыгай. Прыгай. Ай-яй-яй-яй-яй. Кирби, Кирби, давай, давай, нужно превращаться срочно. Я пытаюсь его задержать. О нет, у меня совсем мало осталось. И у него стало мало энергии. Егор, нужно еще буквально чуть-чуть его. Давай атаковай, давай. Есть! Неужели мы его победили, ребята? Егор, мы справились? Да! Давай пятюню! Отлично! Да, ребята, мы с вами подойку! Ой, чтобы мы победили его! Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, а мы продолжаем играть дальше. Да. Егор, давай, освобождай наших друзей! Отлично! Слушайте, ну эта горилла была действительно очень мощная, мы еле с ней справились, мы чуть сами не погибли, но мы это сделали! Да, ребятки, отлично! Вау, ребята, да у нас открылась новая земля, где мы можем теперь играть. Новые раунды открыты, Егор, после того, как мы победили эту гориллу босса. Замечательно. Какой-то у нас прям пляж, море, крутяк. Тебе нравится? Конечно. Отлично, погнали сюда. Давай. Вау, смотрите, где мы оказались. Прямо на каком-то тропическом пляжике. Вот здесь люди. О, мы что, можем по воде? Граната! Граната!
Да ты что? О, Егорка, осторожно. Ой, слушай, надо кого-то съесть. Ух. На! Класс. О, монетки, монетки, ням-ням-ням. Это рыбки. Да, это рыбки. Так, ладно, поехали дальше. Там кто-то плавает, смотри, Егорка. О, арбузик, ням-ням-ням. Пап, вот какой-то говар. Ага. Ой, а кто это у нас такой сверху? Кто это такой? А, кто это? О, я в кого-то превратился. А, я теперь как бумбермен, смотри. Вау, Егор, смотри, сколько монеток нашел. Можно, можно, забирай. Крутяк, мы с тобой нычку какую-то нашли. На, получай. Так, а что нам делать дальше теперь? О, мы плавать можем. И бомбами можем взрывать. Папа, стой-то! Егорка, это какой-то аллигатор. Быстро-быстро заходим на сушу. А давай мы его сейчас бомбами забросаем. Давай. Давай попробуем, что из этого у нас получится. А ну давай. Иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо. Егор, мы с тобой куда-то отправляемся на новую локацию. Интересно, что же будет дальше? Так, мы переместились в какую-то другую часть пляжа. Давай, пошли. И давай посмотрим, что... А что это у нас? Смотри, огненное оружие. Папа, вот это. Да-да-да, я хочу... А помоги мне, активно зарезать. А ты просто запрыгни, вот так. А, вот так. Да-да-да-да-да, вот так, отличненько. Пошли. Смотри, я шпурляюсь лавой. Вот это прикол, Егор, смотри. О, Егор, босс, приготовься. Это какой-то первобытный человек. Ай-яй-яй, он за мной гоняется, Егор. Егор, Егор, давай его, гаси, мощи его. Гаси, гаси. Вот так. Я могу летать. Давай его обойдем с другой стороны. Ай, я могу летать его. Ай, он что-то сейчас будет в меня бросаться. Ай, он прыгает. Егор, он прыгает на меня. Давай, на. Атакуй его. Вот так. На. Чё мы одолели? Отлично, Егорка, супер. Мы его одолели. Ну, наверное, нужно на него прыгнуть или что? А, стоп, подожди, а что такое? Ого, я что-то мы выиграли. Так, это мы оружие убрали. И взяли молоток. Егорка, вот эта дубина у меня. Ну, давай попробуем, что она делает. Смотри, Егор, иди сюда. Ладно, пойдем кого-нибудь сейчас вот этим молоточком. О, ящик разобьем. Бери. Поеду. Ням-ням-ням, у тебя как раз было меньше жизни, отлично. А кто это? Егор, я не знаю, кто это, давай его атакуем. Отлично, забирай монетки. Крутяк. Ну что, идем дальше? Блин. Я могу в воде драться. Отлично, я тоже могу, кстати, в воде биться вот этим молоточком. Я взял 2 бананки. О, а там же какая-то лестница, пойдем. Ты что бросаешься? А ну, убирайся отсюда. Па, я могу прыгать по воде. Прикольно. Черепаха. А там монетка, звездочка, я ее забрал. Пойдем. Па, не могу прыгать на воде. Егор, интересно, что будет, если мы ударим по этому пеньку? Давай. Вау. Вау. Ой-ой-ой-ой-ой, нычка, наши друзья, отлично. Так, мы спасли, получается, одного нашего друга нашли. Замечательно. Ну что, давай дальше, наверное, тогда идти сюда. Да? Давай. На пляжик. Давай сюда. А смотри, как я умею. Ну, показывай. Смотри, как я умею, смотри. А ты умеешь в воде? В воде можешь драться? Вот как я, вот так, смотри. Вот ты видишь, как я прыгаю? Смотри. Да, то ты прям по воздуху летаешь. Вот это крутяк, Егор. А смотри, как я еще умею. Марика, беги сюда, там кто-то у нас бегает. Папа, иди сюда. Ну. Мари. Да, я вижу, ты прыгаешь по воде. Вот это прикольно, Егорка. Ладно, слушай, у нас там... Пап, иди сюда. Егор, тут у нас, короче, ящики. Давай мы будем разбивать ящики. О, куда ты забежал? Мы куда-то зашли, в какую-то пещеру, ребята. Давайте посмотрим, что будет дальше. Молоточек, отличненько. Водоворот. О, нет. А что будет? Блин, оно у нас жизни забирает, оно нас топит. Егорка, не попадай на водовороты. О, давай вот сейчас получай. Я поехал. Ой, вишенку. Иди покушай вишенку, будешь? Да. Ай, блин, я уже вишню собрал случайно. Меня водоворот туда затянул. Получайте, проказники. Ой, Егор, меня водород затягивает. Ух. Так. Пап, что это?
Тут что-то есть. Вау, вкусняхи забираем. Давай, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ай, водоворот, не забывай, что тут водород меня затягивает. Егор, нет! Меня затянуло. Меня тут затянуло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, подойди, я пока. Все, погнали. Ты видел, в кого он превратился? Я его ударил, он превратился в какого-то злобного чувачка. Ладно, побежали дальше. Так, а ну, хватит тут в нас шпурляться огнем. Ого! О, да тут аллигатор огромный. Егор, берегись, он тебя чуть не съел. Давай его накажем вот так. Так, ладно, побежали отсюда вверх. Он меня съел. О, мы что-то нашли. Ребята, что это такое? Я полетел. Получай. Папочка, я могу лететь. Да-да-да, я вижу. Так, какая-то маленькая черепашка, эй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Водоворот опять, водоворот. Тихо-тихо. Аккуратно. Ого, как ты далеко убежал. Вот это да, Егор. А кто ты такой? Побежали в пещеру, погнали. То была гусеница, походу, да, которая крутилась. Итак, мы пришли к какому-то затопленному дому, да? Это у нас, да, потопленный, получается, как город такой или пригород. У моря, возле пляжа. Я не знаю, ребята, но давайте проверим, что у нас здесь. Вау, 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 что это такое? Это, походу, ребята, можно взять. Капец, кого я превратился? Это кто такой? Вау, да я воздухом могу, смотри, атаковать. Смотри, вот это круто. Ладно, побежали дальше. Надо испытать новое оружие. Вот это оно мочит, ребята, крутяк. Побежали. Пока-пока-пока. Тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. Путь. О, давай мельницу запустим. Мы же можем... Эй, рыбки, а ну пошли вон. Давайте запустим мельницу. Во-во-во, мы что-то сделали. Вау-вау-вау, монетки, забирай-забирай-забирай. Пошли вон. А давай вот этого крокодила тоже прогоним. Не, что-то он не прогоняется, не хочет никак. Ну ладно. Папа, пока. Ты куда пошел? Так. А что будет? Ага, лучше не прыгать туда. Давай через мосточек осторожненько. Он следит за нами, этот крокодил, смотри. Аккуратненько. Аккуратненько. Ай-яй-яй-яй. Нет. Я упал. Осторожно, Егорка. Давай, давай, давай. А что будет, если мы сделаем вот так? Ого, я снес полностью вот эти коробки, ящики. Прыгай, 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 прыгай. Сейчас ты возле меня появишься. Давай. Я запускаю пока мельницу, Егорка. Помоги. О, да мы лодку нашли, смотри. Вот это прикол, давай зайдем на нее. А меня? Прыгай, прыгай. Есть, отлично. Смотри, что мы делаем. Вот это прикол. Ага, смотри, мы отталкиваемся, получается, и плывем. Вот это прикол. Подожди, 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 тут сложно, я до конца еще не разобрался, Егорка. Сейчас. Ага, вот так. Да нет. Да подожди ты, я до конца не понял еще как. Ага, нам нужно вот приплыть сюда. А, не сюда. Нам нужно вот сюда, на эту платформочку. Да? Давай. Побежали, друг, побежали. Эй, ура! Освободили еще троих ребят, ребята. Отлично, Егор, давай пятюню. Отличная командная работа. Егор, вот мы прошли с тобой этот уровень, да. И у нас открылся следующий уровень, и мы обязательно в него поиграем. Ребятки! Ребятки, если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, и увидимся в следующем видео. Пока-пока!